февраля 2021 год. Академика Глушко, ДТП автомобиля и троллейбуса. Насколько я могу судить, видимо, пострадавших нет. Да, смачно так столкнулись. Полиция стоит. Ну вот как-то так. Вот так вот, ребят, шел на базар и вот увидел ДТП. Решил снять. Ну и кинуть на свой канал. А что еще с этим можно сделать, как не снять и кинуть на свой канал? ДТП же не каждый день случаются.